Продавец церковной лавки Валентина Ивановна сейчас бережно хранит ключи от витрины. Из самой витрины глаз не сводит. Женщина рассказывает, пропали вот такие цепочки. Те, что потолще и подороже. За 4 года работы в храме так зубы ей еще не заговаривали. Вот это точно нет. Вот это да. Вот это вот давайте выберем между этой и между той. Вот это вот здесь еще вот это давайте посмотрим. Она очень много говорила. Очень много. Прям без остановки. В результате не досчиталось 3 цепочек общей стоимостью более 30 тысяч рублей. Очень респектабельный вид был у нее. И не только мне она так показалась, а всем нашим сотрудникам. Все очень удивились, когда выяснили, что вот именно она нас ограбила. Полицейские прибыли на вызов через несколько минут и сразу же обнадежили. Воровку найдут. О том, что храм оснащен по последнему слову техники, злоумышленница, судя по всему, и не догадывалась, и не думала, что каждый ее шаг зафиксируют камеры видеонаблюдения. Они здесь установлены не только на фасаде здания, но и внутри, и даже на заднем дворе, там, где расположена парковка. А, собственно, туда воровка и поторопилась после того, как совершила преступление вместе с добытым золотом. Вот на этих кадрах отчетливо видно лицо женщины. Она заходит внутрь, не перекрестившись. А вот и преступный трюк. Она намотала на пальцы цепи и зажала их в кулаке, после чего вышла из храма и направилась на парковку. Села на пассажирское сиденье, поджидавшей ее машины, скорее всего, такси, и велела ехать на другой конец Москвы. В это время и ее фото, и номер машины, и марку уже разослали по всем постам. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемой. 48-летнюю женщину задержали на севере столицы. Злоумышленница успела сбыть цепочки в разные ломбарды, а вырученные денежные средства потратила по своему усмотрению. Еще не зная, что у полицейских есть видеозапись момента преступления, задержанная рассказывает, будто красть она ничего не собиралась, а золото нашла на полу. Упала на пол, да? На пол, да. Вы ее подобрали? Да. И забрали с собой. Так, понятно. Потом ушли дальше. Что вы с цепочкой сделали с этим? Отнесла в ломбард. Но отпираться бессмысленно. Доказательства вины железные. Теперь придется и храму ущерб возмещать, и под суд пойти. Женщине грозит до 2 лет тюрьмы по статье кража. Сергей Дрожевкин, Виталий Алферов, Петровка, 38.